Ночью 14 августа в Каспийске на участке по улице Озерная, 68, произошел прорыв водовода диаметром 530 мм. Как сообщают специалисты Каспийского городского водоканала, причиной послужило ветхое состояние объекта. В связи с этим на данном участке перманентно и случались аварийные ситуации. Сегодня утром рабочие устранили потоп и починили место поломки. Отметим, что данная территория и водовод включены в программу обновления системы единого оператора водоснабжения и водоотведения Республики Дагестан, и в скором времени здесь пройдет реконструкция.